Простите, я разыскиваю Байека. Я помогу тебе попасть на Синай. Я делаю все, чтобы незримые держались друг друга. Нам помогает Гамелад, вождь повстанцев. Дорогой друг, мне нужен твой совет. Приезжай. Во мраке ночи спит Синай, убитый горем. Скрип пепла на зубах, кровавы наши слезы. Кто нас от безысходности спасет? Бесшумный, как море. И смертоносно идет сквозь туман. Герой незримый, безликий, непреклонный. Эй! Слушай, я расскажу о нем. Легенда о Сиве. Тень, имя которой Байек. Байек, Байек, Байек. Похоже, он не промах. Нужно найти убежище. С высоты я его увижу. Вход закрыт. Нужно искать другой путь. Вот и он. А, убежище незримых. Байек, величайший из всех. Песни не лгут. Пустая трата жизни. Тахира. Байек, хвала богам, ты здесь.
Ты звала меня срочно? Это клинки двух моих незримых, убитых во время резни. Они пострадали не зря, их не забудут. Это Гамелат, вождь набатейских повстанцев. Что случилось? Мы убежали через деревню. Римляне гнались за нами и вымещали злобу на ее жителях. Настоящая резня. Невинные люди, незримые погибли, пытаясь их спасти. Они знали, на что шли. Их отправили на помощь повстанцам. Тахира, того, что сделано, ты уже не вернешь. Битвы не для незримых, но мы можем помочь повстанцам, убив командира римлян. Генерала Руфио. Но он в Риме. Руфио оставил на Синае 3 полководцев. Эти 3 умрут. Тогда за дело. Я у тебя в долгу. Все ради народа, Гамелат. Да, для народа. А я с народом одно целое. Незримые следят за каждым военачальником Руфио. Они расскажут тебе... А Саргона нет уже 2 недели. Будет очень жаль его потерять. Он предан людям и делу незримых, как никто. Жизнь за него отдам. Я найду Саргона. Сразу накинуться. А, Байк, нам пора избавиться от полководца Руфио. Тацит всегда устраивает ночлег над каменоломней. Он жестокий надсмотрщик. Каждый день примерно наказывает рабочих. Я рассмотрю века поближе, а потом...
Думаешь, разумно убивать его открыто? Свобода ваша. Действуйте. Верните на Батею. Сирис вечно терзает твою Ка.
наш мудрый хозяин! Орден живет вечно! Нужно встретиться с Тахирой. Мора! Боюсь, римлян будет гораздо больше. Уверена, армия Тациты не настолько мала. Если остановить работы, может начаться бунт. Синаю от этого будет лучше. Все могу. Стоило бы освободить пленных. Освобождение! Сандей! Мора! Эго остендам тебе долор! Leave the Eevee!
пришла подмога. Их я тоже пожертвую Анубису. Вон они! Убить их! Великий Рим не терпит мятежа! Сволочи! Кто баламутит народ? На нас напали! Римский пес! Вернется земля сапфиров к Набатеям. Гамелат не медлит. Восстание крепнет. Ты все такой же прекрасный боец. Как и ты, Тахира, любимица Себека. Великое торжество Набатеев! Пусть это место останется в надежных руках. Будет трудно. Руфио. Воля к жизни — главное оружие. Ты работаешь на Гамелата? Он рассказал нам о незримых, героях из тени. Никто не работает на незримых. Спасибо за спасение. Thank you.